Мои дорогие, в первую очередь привет. И всем я хочу пожелать, вернее поздравить с Новым годом. Ой, тихо, не с Новым годом. Ничего не отключаю, все мои ошибки оставляю. Это для с Рождеством католическим. И пожелать, конечно же, всем только счастья. Счастья, еще раз счастья. Не хотела бы сказать, что для счастья нужно здоровье. А для того, чтобы было здоровье, нужно есть полезные продукты. И вот один из них, вот этот мед. Посмотрите внимательно, этот мед очень полезный. Даже не только этот, любой мед. Каждый божий день ложечка меда с водой утром натощак. И это будет великолепно работать с организмом, в организме. Будет великолепно обмен веществ. Ой, господи, откройте Google, почитайте, что он делает. Я не помню. В общем, это мед, это лекарство. Это не только вкусно, но это лекарство. Поэтому наслаждайтесь и ешьте мед. Ешьте мед. Только не надо есть банку сразу. Только ложечку маленькую чайную. И вы будете всегда такие же красивые, как и я. Понятно? Вот так. Нет.